Всем-всем доброго вечера. Пашка, привет. Привет, Ксюшка. Хорошее настроение. Хорошее настроение, прекрасное настроение. Гости у нас замечательные. Умиротворенно все, собрано, все без истерики, без суеты, потому что в живой струне сегодня легендарная группа, группа Михаила Танича. Лесоповал. Привет, друзья. Добрый вечер. Хочу представить сегодня, так сказать, усеченный состав, потому что, ну, потому что живая струна. Да. Потому что, во-первых, нет танцоров, ну а чего тут? Студия маленькая. Но зашли сегодня художественный руководитель Константин Родионов, правильно? Музыкальный руководитель. Ну, художественный руководитель. Музрук. Лидия Николаевна. Большой привет. Лидия Николаевна, ничего личного просто оговорилось. Он же клавиши, а я как левша справа налево стала, да, представлять всех. Солист Стас Приленский. Голос. Вот. Солист Илья Ефимов. Всем привет. Привет. И гитарист Владимир Алипов. Добрый вечер. Вот, все. Я думаю, что есть смысл начать с песни, а потом потихонечку, по пунктикам, все, что хотелось бы сказать, все скажем, все донесем, все отметим. Да, поехали? Поехали. Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора. Двухэтажное царство с балконом. Дворы над перилами, ковры наши первые обиды, наши ближние миры. Дворы, а над перилами ковры наши первые обиды, наши ближние миры. Опускается синь вечеров на асфальт, разрисованный в клетку. Вот отсюда, из этих дворов, мы уходим в свою кругосветку. Дворы над перилами, ковры наши первые обиды, наши ближние миры. Дворы, а над перилами, ковры наши первые обиды, наши ближние миры. В этом дворике счастье живет и останется детям в наследство. Дворы над перилами, ковры наши первые обиды, наши ближние миры. Живая струна,
Группа «Лесоповал» в живой стране. Если вы только что решили нас послушать, можно и посмотреть. Здесь такая красота. А я вот заметила новую фишечку у вас. Вы с четками. Ну да, да, последнее время. Это, ну, они такое, одного стиля, я так думаю. Ну, примерно, это, да. Я думаю, у вас такие вот сейчас прям появятся. Мы вам их дарим там, в подарок. Группа «Лесоповал», четки. Да, серьезно? Ну, мы делаем сами, поэтому вот, будь такой. Да ладно, вы сами делаете. Конечно. И дарим. А еще, дарим. А еще я немножко шью, да? Ну, я шью немножко тоже, да. Серьезно, подаришь? Но я сейчас не побегу же здесь нарушать красоту кадра-то после эфира, да. Друзья, не могу не отметить... Ну, было бы здорово это, конечно, сделать вчера, но вчера мы на радио «Шансон» это отмечали. Да, ну, конечно. А сейчас сказать, поскольку вчера был день рождения первого солиста группы Сергея Коржакова. Да, и я думаю, что мы этим, я думаю, тот, кто сейчас слушает «Живую струну», дослушает до самого конца, и мы отдадим должное Сергею и завершим программу, как раз поставим песню в его исполнении. Да, исполнение. Мы тоже отдадим должное, и вот на завтрашнем концерте, который в «Салюте» состоится обязательно, они неоднократно о нем вспомнят. «Салют» завтра, 14 февраля? Да, завтра 14. В день всех влюбленных, девочки, все в «Салют» для вас, «Лесоповал». Девочки. Девочки, да-да-да. Прекрасный подарок вообще влюбленной паре пойти на замечательный концерт. «Салют» это где? Это, ребята, где-то между Тушино и Исходнинск. Ну, где-то там, навигатор вам в помощь. Вот, но, тем не менее, наверное, можно зайти на страничку, на вашу, и там, наверное, какой-то точный адрес-то есть этого завтрашнего концерта. Давайте сделаем так, мы сейчас ненадолго прервемся. И прямо в стык после паузы с песни начнем, хорошо? Конечно. Все. Живая струна, живая струна. Воскресал, воскресал, сербияночку плясал, ох, плясал. А рядом батюшка и в лампе, а рядом батюшка и в лампе, а рядом батюшка и в лампе от грехов меня спасал. Не предавай, не предавал, не убивай, не убивал, не пожалей. Отдам последнюю рубаху, не укради. Вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал в натуре маху. Я же больше в лагерях, в лагерях проживаю как монах, как монах. Без греха я, как Мария, без греха я, как Мария, без греха я, как Мария, даром батя, что в штанах. Не предавай, не предавал, не убивай, не убивал, не пожалей. Отдам последнюю рубаху, не укради. Вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал в натуре маху. А раньше был у нас застой, был застой, а я был малый, холостой, холостой. 10 заповедей много, 10 заповедей много, 10 заповедей много, а я же батя не святой. Не предавай, не предавал, не убивай, не убивал, не пожалей. Отдам последнюю рубаху, не укради. Вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал в натуре маху. Девять заповедей я, ай да я, ай да ты, соблюдаю без вранья, без вранья. А десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а профессия моя. Не предавай, не предавал, не убивай, не убивал, не
отдам последнюю рубаху. Не укради. Вот тут я дал, вот тут я дал в натуре маху. Сегодня на свой концерт дарит группа «Лесоповал». Друзья, ну а что у вас вообще в коллективе-то хорошего происходит? А все хорошее. Люди хорошие, отношения хорошие. Художественный руководитель замечательный. Ну, песни это... хорошие. Все классно, да. Нет, ну, по большому счету, ну, что-то вот, я не знаю, может быть... Вы не верите, то есть, да? Какой-то... Нет, я верю, вот у нас то же самое. Ну, мне обычно верят. Спашенцы. Нет. Я имею в виду, кстати... Вот если вы смотрите, вот так, завидуете. Но я не поленился, дошел, отдал лично. Да. На то, ну, я не ленивый, да, могу дойти. А зачем рекламные лично? Паузы нужны на радио Шансон? Чтобы Ксения раздевала артистов. Обмениваться ценностями. Да, у нас еще 3 рекламные паузы, если что, готовьте. Дары щедрые. Дары принимаются. Не, ну у вас, по-моему... Кстати, а где Стас? Это секретная информация. Секретная? Разглашению не прилежит. Коммерческая тайна. Неужели опять женится? Прошлый раз его не было. Либо женится, либо болеет. Да, что-то такое в этом роде. Либо готовится к концерту. У него, кстати, день рождения 16 февраля. Да. Может, к нему готовится. Говорит, кто празднику рад, тот накануне уже готовится. Вот. А мы недавно Мишаню поздравляли еще с днем рождения. Мы тоже поздравляли. Да, кстати, да. Мишу. Ну, так у них жизнь-то одни сплошные. Кулакова. Одни праздники, да. У меня все будни праздники. Да. Не, Мишане не надо говорить. Мишаня, это отдельный проект. А вот Миш Кулаков, Миш Кулаков, это да. Группа «Лесоповал», понимаешь? Вот я вот так вот думаю. А ты не в курсе? Я что-то не усек. Тут деликатное дело, конечно. Извините, я просто... Все нормально. По незнанию. Да. Для слушателей радио «Шансон» в Петербурге хорошая новость, потому что очень скоро, уже в этом месяце, 28 февраля, в Петербурге, в ДК Ленсовета «Лесоповал» будет петь. Как и в прошлом году, год назад примерно. Для вас. Именно 28-го? Ну, там тоже в феврале были. В феврале. Такая традиция. Ну, а прямо здесь... Питерцам привет огромный. Да, прямо здесь и сейчас еще одна песня. Мы вас слушаем внимательно. Поехали. Также холостой. И
начинается любовь, и человек летает, его избраннице поют ночные соловьи. И это счастье, что на всех красавиц не хватает. И это счастье, что у всех красавицы свои. И начинается любовь, и человек летает, его избранницы поют ночные соловьи. И это счастье, что на всех красавиц не хватает. И это счастье, что у всех красавицы свои. И это счастье, что на всех красавиц не хватает. И это счастье, что у всех красавицы свои. Пикник, шампанское кипит, гулянка льется, воротник и валится с копыт. Я проходил у них как псих и дал мне райсовет. 16 метров и при них совместный туалет. А девочки по певочке два голоса поют, а мужики цыганочку со Стёбом выдают. Ай-яй сам, когда сдавался в плен, цыганочку разучивал на 27 колен. А был я малый холостой и встал за хатой в строй, когда прошел еще по той 162-й. И ездил в разные края на свой лесоповал. Менялись кодексы, но я статье не изменял. А девочки по девочке два голоса поют, а мужики цыганочку со Стёбом выдают. Ай-яй-сам, когда сдавался в плен, цыганочку разучивал на 27 колен. Прошу соседа с края, подвинь-ка мне трески. А у него, у фраера, душа полна тоски. И стал он пересказывать лубянскую тюрьму, но сопли с ним размазывать мне тоже ни к чему. А девочки по девочке два голоса поют, а мужики цыганочку со Стёбом выдают. А ей сам, когда сдавался в плен, цыганочку разучивал на 27 колен. А ей сам, когда сдавался в плен, разучивал цыганочку на 27 колен. Группа «Лесоповал» в живой стране. Если вы только что решили нас послушать, добро пожаловать, успели всем вовремя. Привет. Да. Для чего нужна рекламная пауза? Ты пошенствуй, что я сказал. Во время рекламной паузы... Сгонять зачеточку. Сгонял зачеточку. Второму ведущему Паше тоже подарить, правильно? Не надо. Ой, люблю подарки. Он так завистливо на Ксению посмотрел. Я подумал, лучше мы это кровопролитие остановим на корню просто. А он такой, кстати, я немножечко, так сказать... Все мы такие, знаете, бываем иногда. Но это не преобладающее, не доминирующее качество, я более чем уверен, правда? Слушай, а на самом деле, а чья такая вот идея была с четками? Мне совершенно не важно, вы это действительно сами... Это божий промысел, давайте. Нет, дело в том, что это действительно очень классно, потому как там есть куда девать руки, вот.
Вот я о чем. Нам потому всегда что... есть куда девать руки. Нет, но все равно там, ну как-то в карманы. Нам есть куда девать ноги. Нам все есть куда девать. Нет, но у вас же есть... Все пристроено. Нет, у вас же это танцевальная группа, да. А так вот стоишь и вроде, ну как, чего? А тут так раз и с щеточками можно как-то, да? Вот, мне кажется... Хороший, да. Нет, просто кому-то атрибут сцены хороший. Замечательная атрибутика, да. Блестящая вещичка, красивая, глаза бросается. Да, но судя по тому, как оживляется Стас по поводу чёток, я думаю, что это твоя все-таки идея, нет, была вот по поводу чёток? Я уже не помню, если честно. Но ты это скромность включил. Да, я скромный человек. Скромный. И как мы поняли, по когда была позапрошлая песня, когда Илья пел, говорит, женатый. Он да, он так любит пошутить иногда. Нет, а что шутить? Кстати, как семья. Я почему интересуюсь, поскольку я видела всю эту семью, наблюдала на гастролях, тогда мы в Гурзуфе, в Геленджике. Слава богу, все хорошо, спасибо. Такой ребенок. Живы-здоровы. В Геленджике же. В Геленджике же, конечно, конечно. И тут такая красота и ничья. Это что такое? Я про тебя? Я про тебя. Я уж не знаю, растерялся даже. Ничья красота. Ничья красота, ничейная. И дело тут не в красоте, знаете, а в чем-то очень личном. Да? Но завтра 14 февраля, может, что-то... Пожелаем. Пожелаем. Божий пром. Что-то очень личное. Да я не пью, понимаете. Чтобы все было хорошо. Не пьешь? Да я шучу, конечно. Не пью. Конечно, пью. А что, женится только по этому делу, что ли? Да по пьянке все закрутилось. Да какая там любовь? По пьянке все закрутилось. Ну да. Ну хорошо, давайте петь тогда. Петь. Поехали. Ты не думай, не думай, что я обалдел от твоей красоты ненаглядной. Просто встретил тебя, разглядел, как сумел, и со всеми делюсь, я не жадный. Просто встретил тебя, разглядел, как сумел, и со всеми делюсь, я не жадный. Ты не думай, не думай, что там, в лагерях, навсегда моя песенка спета. Я стою, как стоят понятые в дверях твоего, дожидаясь ответа. Я стою, как стоят понятые в дверях твоего, дожидаясь ответа. Говоря с непривычки такое, если это любовь, значит, я полюбил, значит, кончено все воровское. Если это любовь, значит, я полюбил, значит, кончено все воровское. Ты не думай, не думай, что я обалдел до того, чтоб рассказывать байки, и что я в том краю, где царит беспредел, зачерствел, как сухарик из пайки, и что я в том краю, где царит беспредел, зачерствел, как сухарик из пайки.
не думай, не думай, что я фармазон. Пройду мимо вот этого шанса. И не сам Шуфутинский, не даже Кобзон не споют тебе лучше романса. И не сам Шуфутинский, не даже Кобзон не споют тебе лучше романса. Ты не думай, не думай, что я обалдел от твоей красоты ненаглядной. Просто встретил тебя, разглядел, как сумел, и со всеми делюсь, я не жадный. Просто встретил тебя, разглядел, как сумел, и со всеми делюсь, я не жадный. Какая красивая песня. Да, хорошая. Коржуков написал. Мне почему-то кажется, что я первый раз слышу. Или как-то прониклась. Мне почему-то... Я не помню, с какого альбома точно, но да. Коржуков писал. Я с детства эту песню поел. Да ты чё? А как-то... Или да, я сейчас... Я маленький еще. Или сейчас... Или сейчас она как-то в меня так, да? Я как-то ее услышала. Зашла, как нынче говорят, да. Да, зашла. По-новому, да. Зашла, да. Ну, да. А у вас концертный режим щадящий или такой прям... Или да, офигенный агрессивный. Режим просто, лучший вообще, не знаю. Нет, я имею в виду... Грех жаловаться. Нет, так я почему-то, я же не говорю жаловаться, не жаловаться. Я имею в виду, щадящий. Вы большую часть времени все-таки предпочитаете в студии записываться, потому что вот Михаил Саныч, он же очень любил обязательно раз в год альбомы выпускать. И, по-моему, ничего в не поменялось. Да, традицию. И вообще как-то больше вот работать в студии, вот он как предпочитал, а не там, как тогда это называлось, чёсом заниматься. У вас, потому что бывает такой режим, что некогда и записать песню. Ах, режим усиленный, и глаза в дверях. Да-да-да. Режим не усиленный, но режим нормальный. То есть успеваем все абсолютно. И выходные есть, все нормально? Все есть, да. Да, хорошо. Ну, как всегда, больше... Да, ну, это очень хорошо. Это очень хорошо, да. Но, я просто вашу реакцию проверил. Вот говорят... Глаза-то погрустнели. А нам типа нет. Нет, нам тоже платят. Нам тоже жалуются. Нет, дело жаловаться вообще грех. И график тоже щадящий. У меня-то вообще... Режим. 4 через 3, точнее, 3 через 4. Вот. Нет, просто это действительно так. Вот говорят, что Москва, Петербург, балованные, там мы такие зажравшиеся публика, а по большому счету вот те, кого мы любим, то они в основном балуют провинцию, а столицу радует. Вообще, на самом деле, в этом году больше в Москве концертов. Серьезно, да? Ну, в том году меньше было. Потому что вот я знаю, вот я как москвичка знаю... В Золотом кольце, вот, а сейчас уже третий. Несколько человек москвичей в моем кругу есть. Очень-очень недовольна, что очень хочется послушать какую-то любимую группу, и, в общем, скорее ее услышишь где-нибудь там в Поволжье, или в Сибири, или на Урале, в Москве, в Петербурге. Я так к чему говорю, что в Петербурге 28 февраля, а скоро весна. А весна, да. Это прелесть, это апрель. Это шансон года. Это шансон года. 25 апреля. 25 Кремль. Кремль. И куда же, друзья? Да, спасибо. Да. Что? С 20-летием вас. Да, да. Но кстати, это да. Лично и 25 апреля. Ну, будем говорить, с наступающим. Да, с наступающим. Все. А мы вас слушаем внимательно. Вроде в графике идем, потому что намечено-то много песен хороших. Да, да. Опять-таки, чтобы наслаждались тем. И хочется еще так, и больше, чтобы больше. Вот прям слушать и слушать, да. И слушать, и слушать. Продолжайте. От луны по воде стежка лунная, звезды вспыхнули и растаяли, да гитара в руках.
семиструнная, как цыганочка с тонкой талией. Да, гитара в руках семиструнная, как цыганочка с тонкой талией. Гитара, девочка моя, играй на все лады. Шесть струн у нас для музыки, седьмая для любви. Гитара, девочка моя, огонь у нас в крови. Давай с тобой, давай споем и спляшем о любви. О любви. Шесть и струночку можно в руки взять, ежели вдруг по ней кто соскучится, все равно на ней о любви сказать. Без седьмой струны да не получится. Ой, все равно на ней о любви сказать. Без живой струны не получится. Гитара, девочка моя, играй на все лады. Шесть струн у нас для музыки, седьмая для любви. Гитара, девочка моя, огонь у нас в крови. Давай с тобой, давай споем и спляшем о любви. Все лады, шесть струн у нас для музыки, седьмая для любви. Гитара, девочка моя, огонь у нас в крови. Давай с тобой, давай споем и спляшем о любви. Гитара, девочка моя, играй на все лады. Шесть струн у нас для музыки, седьмая для любви. Гитара, девочка моя, огонь у нас в крови. Давай с тобой, давай споем и спляшем о любви. О любви. На каждой детской фотке сирень держу в руке. Я прятался в прохладе сиреневых кустов, и голова балдела от запаха, от запаха цветов. И с той стороны воспоминаний, забыв тепло и синеву, я неприкаянный уехал. А как бы все еще живу. Порой подует ветер с юга, и я расплакаться готов. Ищу потерянное счастье в дыму сиреневых кустов, сиреневых кустов. Я пробую губами чуть горьковатый сок, завидев пятипалый
сиреневый цветок. Если что-то счастьем зовется на земле, махровые сирени, считайте, считайте в том числе. И с той стороны воспоминания, забыв тепло и синеву, я неприкаянный уехал, а как бы все еще живу. Порой подует ветер с юга, и я расплакаться готов. Ищу потерянное счастье в дыму сиреневых кустов, сиреневых кустов. Хотя считается, что белый лебедь на пруду, ваша визитная карточка, я считаю, вот мое глубокое убеждение, вот самая красивая песня, красивая, не говорю лучшая, но самая красивая песня, это «Сирень». Я невероятно счастлива, что она сейчас прозвучит. Две песни назад то же самое я слышал про песню «Ты не думай». Да? Нет, нет. Ну, на самом деле, вот я многие не... песни нет, я не... слушаешь нет, и думаешь, нет, что я... вот она самая красивая. Нет, 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 я не говорила «самая красивая», я сказала «интересная». Интересная. Я просто к тому, что много очень песен вот красивых. Почему? Поэтому и не жена она всегда пор. Очень убежденно об этом говорит. Да, поэтому и не жена до сих пор. Что, куда вот он? Что перечисто постоянно? Друзья мои, спасибо вам большое за концерт. Очень классно. Я хочу напомнить, что завтра в «Салюте», что в Тушино, да, ваш концерт. И, мы помним, спасибо. 28-го в Питере. 28-го в Питере. Я не вам говорю, я на вас смотрю, а говорю слушателям. Спасибо. Я просто сразу понял, да. Нет, вдруг... Вот поэтому вдруг, не женатый, соображаю плохо. Вот, конечно. Вот, вдруг кто-то сейчас только вот настроился на волну, хочет послушать, А 25 апреля в Кремле. В Кремле. Да. Засим, разрешите раскланяться. Тебе хорошо доработать. Спасибо, моя дорогая. Всем прекрасных выходных. Встретимся на следующей неделе, которая будет, как всегда, прекрасна и музыкально на волнах радио «Шансон». Все, пока-пока. Вас оставляю с группой «Лесоповал». Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой.
садим сирень под окном, заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Тебя я приведу, а белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А пока ни кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши 5 номеров из 6. Угадаем с тобой, самому не надо наши 5 номеров из 6. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Мало шансов у нас, но мужик, барабанщик, что кидает шары, управляя лотом, мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам падет дом. Мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу.